Всем привет, наши дорогие! Сегодня хочу продемонстрировать несколько работ перед отправкой. Эти ножи сегодня у нас уедут своим владельцам, но перед этим обязательно хочу вам показать, потому что достаточно интересные модели получились. Может быть, тоже вам что-то из этих ножей понравится, и вы для себя почерпнете для будущих заказов какие-то идеи. Итак, друзья, первый нож Кондор из стали К110. Абсолютно такая лаконичная модель. Ничего здесь лишнего нет. Цвета тоже абсолютно сдержанные. Здесь карельская береза в натуральном оттенке. Светло-коричневый цвет. Мельхиоровый комплект литья стоит. Сталь К110 бёллеровская. Здесь половинчатая взрезка. Фальшлезвие от половины клинка. Цена такого ножа 7700. Имен называть не буду, не всем нравится, когда имена называют, поэтому просто вот продемонстрирую каждый ножичек, и они у нас благополучно уедут. Дальше у нас с вами кондор, тоже большой кондор с длиной клинка 145 мм. Здесь ХВ-5. Клинок изготовлен, протравленный, естественно. И ясень стоит на рукояти. Тоже очень такие спокойные, сдержанные оттенки и очень гармонично смотрится протравленный такой серый клинок с такой же серой ручкой. Очень классно. Цена такого ножа 7200. Спущусь на полочку ниже вот сюда. Здесь у нас выпь, большая выпь и рядышком выпи малые. Длина клинка у большой выпи 150 мм, сталь здесь Х12МФ. Цена такого ножа 6700 и наборная ручка из двух видов карелки, светло-коричневая и такая серенькая, серо-коричневая. Вот такой большой нож, он узкий, длинный, очень хороший, маневренный. И рядом с ним маленькие выпи, выполнены также на заказ. Это два ножа одному владельцу уедут. Клинки из стали К340 в зеркальной полировке. Это стандартная наша маленькая выпь 100 на 100. 100 клинок и 100 ручка. Здесь карельская береза. Очень такая интересная получилась. Двухцветка. Зеленая с розовым. Цена такого ножа 4500. И к нему в комплекте такой же ножичек, только с другой ручкой. Здесь такой горчичный оттенок у карелки. Очень тоже красиво. Дальше у нас с вами хотела показать вам тоже малую выпь с композитной ручкой. Не помню, может быть, в каких-то роликах была у нас подобная модель именно с композитной ручкой. Потому что обычно малую выпь все хотят с деревом. Орех, либо карелка, кап клена, а здесь вот именно композит. И как-то мы еще делали даже с шишкой, но все равно ручка получается маловато, когда шишка. То есть она обтачивается прямо до самой структуры и не очень красиво смотрится. А вот просто композит, акрил, как здесь вот, например, с капом клена, с двухцветным, очень хорошо. Здесь длина клинка 115, ручка 120, то есть это экземпляр малой выпи побольше. И плюсом еще декоративный пин здесь по заказу нашего заказчика установлен. Такой нож 4500. Дальше маленькая выпь тоже вот очень интересная получилась. Здесь клинок 100 мм, Х12МФ, кап клена на ручке. Очень фактуристый, много здесь разных сучков от капа клена. Очень красивая ручка получилась. Латунный больстер и проставки. Господи, как они называются, эти проставки-то? Ага. Латунный больстер здесь и проставки из фибры. Тоже очень такой хороший получился экземпляр. И нашу такую вот лаконичную композицию из коричневых сдержанных оттенков натуральных разбавит два ножа. Здесь у нас кондор с акриловыми ручками, два ножа.
Они также у нас уезжают одному владельцу. Сделаны были именно для него, по его индивидуальному заказу. Нужен был именно такой акрил и именно в таком расположении. И еще ему уехала финка НКВД, тоже в таком же исполнении, именно с такой вот ручкой. Здесь сталь ХВ-5 протравленная, модель клинка «Кондор», мельхиоровое литье. И вот такой интересный акриловый композит. И еще один нож с такой же ручкой, только здесь без литья. Просто обточка наша такая вот стандартная. И нож без названия. Ну, похож он тоже на кондор. И что-то и на малый выпин похож, да, такой клиночек. Интересный. Ну, как-то вот мы его до сих пор в модельный ряд не ввели. Но если, друзья, вам нравится, пожалуйста, заказывайте. Мы будем делать. Вот такой вот яркое, интересное пятнышко на лаконичных моделях. Красные яркие оттенки, такие дерзкие даже. Ну вот, друзья, вот такой вот маленький небольшой обзорчик по заказанным ножам. Самое интересненькое я выбрала, и все оно к вам благополучно будет отправлено. Спасибо большое за просмотр. Всем добра, счастья, успехов. Будьте здоровы, друзья!